Вітаю, в ефірі студія «Репортер». 28 червня весь світ відзначав офіційне завершення Першої світової війни, підписання Версальського мирного договору. Не були в стороні і одеські дослідники, історики, які займаються цією тематикою. І от, власне, про Першу світову війну, про Одесу під час Першої світової війни і про підписання Версальського мирного договору ми поговоримо сьогодні в цій студії. До нас прийшли Дмитро Волошенков, голова фонду імені Івана Куріса, журналіст, письменник, ну і політик. Вітаю вас, Дмитре. Добре. Олександр Сурілов, письменник, історик, журналіст. Вітаю, Олександр Олексійович. Добре. Давайте почнемо от з такої найбільш загальної теми. Чому вас зацікавила Перша світова війна? І якою взагалі була Одеса під час Першої світової? Ну, якщо можна, будь ласка. Я тоді почну сьогоднішній такий ефір наш, мабуть, тема, которые занимаются либо историки, либо люди, которые так или иначе увлечены историческими аспектами. Но нам бы хотелось, может быть, и благодаря сегодняшнему эфиру, привлечь более широкие круги общественности к теме нашей истории, истории Одессы. И в первую очередь, наверное, что сподвигло и меня, и Александра Алексеевича взяться за эту тему, это тема, связанная с историей, ну, конкретно наших семей, потому что мой прадед, участник Первой мировой войны, он служил на императорском Черноморском флоте, на эсминце «Громкий». У Александра Алексеевича его дед, участник Первой мировой войны, заслуженный человек. И вот эти фрагменты исторической памяти, которые сохранились в наших семьях, старые фотографии, они так или иначе взывали к тому, чтобы вернуться к этой незаслуженно забытой теме. Ведь не секрет, что в советское время тема Первой мировой войны, она подавалась очень, скажем так, однобоко, заполитизированно. Эту войну называли капиталистической, выводили больше акценты, связанные с большевистским движением. А вот все-таки интересные исторические факты, которые связывают именно Первую мировую войну, тот период с 14 по 18 год, и Одессу, они оказались, ну, на мой взгляд, незаслуженно забыты. И здесь очень интересные пересечения, которые связывают Одессу и с Австро-Венгерской империей, и со странами Антанты. Франция, Великобритания, заходы сюда кораблей, судьбы конкретных людей. И для нас эта история, которая у каждого из нас, она началась там в свой период, когда мы начали с семейных архивов фотографий, она дальше начала нас выводить очень интересным путем и соединять нас с судьбами людей, которых мы, ну, не могли знать, это жители других стран, но такие же заинтересованные лица встретились с нами здесь, на территории Одессы, которые разыскивали своих родственников. Так произошла удивительная встреча с семьей фельдмаршала фон Бёльца. Сюда приехал, и мы, благодаря в том числе и вашим коллегам с телеканала «Репортер», снимали эти события, когда удалось найти на территории второго христианского кладбища на католическом участке заброшенную могилу, где похоронен фельдмаршал. И мы помогли его семье, это уже четвертое, практически даже пятое поколение, найти и восстановить эту историческую память. Ну и вот сегодня, скажем, наша работа продолжается. Есть целый ряд проектов, которые уже восстановлены. Это мемориалы, братское захоронение австро-венгерских воинов на территории второго христианского кладбища. Это могила русского офицера Аполлона Бибера, который одним из первых погиб в 14 году во время первых кампаний в Галиции. Сегодня мы активно работаем над, скажем, темой, которая связывает нас с Францией. Мы обнаружили на этой же территории второго кладбища захоронение французских летчиков, которые в период Первой мировой войны в рамках союзнического договора с Антантой здесь, скажем, закончился их земной путь на территории Одессы. Поэтому тема очень глубокая, интересная, и чем больше мы в нее погружаемся, тем больше она открывает нам новых страниц. Олександр Олексійович, що ви можете сказати про Одесу під час Першої світової війни? Ну, для мене Одеса періоду Першої мірової війни і революції – це, прежде всего, розкази моєго діда. Мені пощастливилося достаточно долго с ним прожить. Он ушел из жизни почти в 80-м году, он был долгожителем. Ему повезло, он был участником четырех войн. И его рассказы, они
усиливались тем, что по его воспоминаниям, по воспоминаниям других родственников, отец создал книгу, которую отец, профессор Сурилов, профессор права, теория государства и права, под названием «Омут». И вот в этой книге он написал хроники гражданской войны в Одессе. Очень многое из того, что, казалось бы, мы должны были бы знать, остается в тени истории. Вот, скажем, два события, непосредственно связанных с Одессой, которые оказали огромное влияние на ход и Первой мировой войны, и гражданской войны. Первое – это 17-й год, подготовка десанта на проливы, которую проводил адмирал Колчак, будучи командующим Черноморским флотом. Я лично дружил с Евгением Ермиловичем Запорощенко, который на эсминце Фиданиси, вот он стоит на запасном мостике возле штурвала, непосредственно участвовал в перевозке адмирала Колчака между Севастополем и Одессой. И если бы этот десант состоялся, война бы закончилась, Первая мировая, на год раньше, не было бы еще 5 миллионов убитых, раненых и изувеченных людей, европейцев, западных в основном. И, конечно, это повлияло бы на ход истории нашей. Второе событие, которое грядет буквально в августе, это десант в Люсдорфе офицеров-добровольцев на так называемом Деникинском пляже, когда началось последнее наступление добровольческой армии на силы большевиков, и если бы оно завершилось бы удачей, конечно бы история 20 века пошла бы совершенно иначе. По крайней мере, в фашизме пришел бы Германия к власти, сохранялся бы союз между Германией, между Россией и Францией. Вот. Ну и, конечно, очень важное значение имеет непосредственно Версальский договор на судьбу Украины. Дмитрий Борисович, вы не добавите? Ну, тема, как вы понимаете, очень широкая и такая глобальная. Я думаю, что даже, может быть, не на одну передачу. Ну, хотелось бы, эфира, да, хотелось бы постараться ее, скажем так, дополнить нашими и фото- и видеоматериалами, да, которые были отсняты за этот период, потому что, как я уже сказал, каждый фрагмент истории, за который мы брались, наша задача была не только поднять его из забвения, но еще и придать ему какой-то новый импульс. И практически все наши проекты, которые мы с Александром Алексеевичем реализовали, они все дошли до вот своей финальной точки. Будь это восстановление заброшенного памятника, либо, как в случае с, ну, на мой взгляд, это было уникальное событие, когда нам удалось организовать совместное погружение наши дайверы, плюс ВМС Украины и военно-морские силы Италии на останки итальянского эсминца Карла Альберта Раккия, который покоится на траверзе Сан-Джейки. Это было первое мероприятие такое совместное, потому что в архивах Италии очень много об этом есть материалов, но за весь период, в советское время, еще раз повторюсь, эта тема была, ну, она никак не раскрывалась в силу понятных причин, потому что любое соприкосновение с имперским прошлым, оно очень двусмысленным было. А уже в период современной Украины, ну, наверное, не было достаточного импульса среди активистов, которым бы хотелось заняться этим вопросом. Поэтому мы осуществили вот такое мероприятие, погрузились, установили памятную доску и в планах, я думаю, на перспективу установить мемориальный знак в память об этом событии. Ну, остальные, скажем, моменты, которые нас связывают с австро-венгерским вектором, хорватским, французским, мы продолжаем этим заниматься. Я думаю, что в этом году нам удастся еще вот закончить несколько проектов с французской стороной и хорватской стороной. И опять же повторюсь, обмен материалами, наши статьи, которые мы опубликовываем с Александром Алексеевичем, материалы, которыми с нами делятся иностранные архивы, они раскрывают все новые и новые страницы, и эта тема становится все более и более, скажем, для нас широкой, интересной. Мы каждый раз находим какой-то новый факт или какую-то новую историю, которая рождается дальше, превращается в новую публикацию.
Як от з'явилися взагалі міжнародні зв'язки? Тобто до вас звернулися європейські дослідники, чи ви до них звернулися? Тобто, ну от як комунікація взагалі побудувалася? Ну, все началось, наверное, самая вот первая история, которая легла в основу наших международных отношений, которые связались, вот наш как бы, да, актив, который сегодня находится у вас в студии. Это история с австрийской семьей Роланда Клосса, который, приехав в Одессу как урбанист и человек, который пропагандирует велодвижение, он сразу не, скажем, эта тема была превалирующей, а уже в процессе общения с Александром Алексеевичем, потом со мной, он привез с собой документ, оригинал паспорта, который принадлежал его прапрапрадеду, вот вы можете его увидеть. Это копия, которую мы отсняли, и такую же копию он передал в наш краеведческий музей. Это фельдмаршал-лейтенант Эдвард Эдлер фон Бёльц, который в период 18 года здесь на протяжении почти 9 месяцев был военным губернатором Одессы. И вот соприкосновение с живыми потомками, он рассказал историю о том, что они точно знают, что их прапрадед похоронен в Одессе, но нету никаких данных, и вообще ну, им было известно о том, что могила уже давно уничтожена. Ну и, естественно, мы взялись помочь в решении этой задачи, и удалось не только обнаружить ее, но и восстановить. А уже впоследствии вот... Кроме этого, Дмитрий Борисович, там же восстановили еще австро-германское кладбище, которое находилось там же, только на другом конце католического участка. И оно было торжественно открыто как раз накануне годовщины, столетия окончания Первой мировой войны. Мы можем с гордостью сказать, вот Дмитрий Борисович просто скромничает, это он вложил очень много сил, энергии и дипломатических способностей в то, что на Украине одна Одесса отметила это общеевропейское событие окончания Первой мировой войны на таком уровне, что было восстановлено кладбище именное. Не просто стоит крест, а известно, кто похоронен, когда эти люди погибли и так далее. Ну, тут надо отдать должное. Дело в том, что действительно для австрийской стороны было очень ценным, что удалось восстановить из 21 фамилии, 20 фамилий было установлено, и здесь... 21-й, это фельдмаршал фон Бёльц. Да, ну 21-й, да. И здесь, ну, наверное, самую важную работу выполнил отец Александра Алексеевича, профессор Сурилов, который закончил свой земной путь здесь, в Одессе, будучи заведующим кафедрой права Национальной юридической академии. Ну, Александр Алексеевич может рассказать. Если вернуться к Версальскому мирному договору, да, с чего мы начали, да, Дмитрий Борисович, я хотел что сказать. Версальский мирный договор, он начинался парижскими переговорами, на которые уже в январе 19 года, сразу после вот этого события, акта злуки Западноукраинской Народной Республики и Украинской Народной Республики или Киевской Украинской Народной Республики, приехала объединенная делегация. К этому времени украинская государственность проделала очень нелегкий путь. Сначала, когда произошла февральская революция, была провозглашена автономия Украины в составе Российской империи. Потом, после большевистского переворота, разгона учредительного собрания, была провозглашена само государство, Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика. Но здесь опять трагедия разделенного народа, двух ветвей одного и того же народа. Народа, который жил на Западе в реалиях Австро-Венгерской империи и, собственно говоря, Наднепрянская Украина, которая жила в составе Российской империи. И вот здесь решалось на Версальской, на Парижской конференции и в условиях Версальского мирного договора судьба государственности украинской, потому что западные страны склонны были предоставить государственность и самостоятельность только Западноукраинской республике. Восточноукраинскую или Украинскую народную республику они считали частью Российской империи, считали, что
значит, она должна быть провинцией. Тем более, что Российскую империю и западные страны связывала Антанта. Вот этот договор, который поддерживал Первую мировую войну. И вот если подвести итоги. По результатам этой конференции, она была наиболее неудачной из всех дипломатических затей, так сказать, европейской дипломатии. Во-первых, потому что она не завершила логично и справедливо эту войну. Она поставила Германию крайне унизительное, крайне сложное положение своими контрибуциями, и чем вызвала потом... Спровоцировала фактически приход к власти крайних радикалов во главе с Гитлером, приход фашистов к власти. Кроме того, она, эта конференция априори признала права Советской Республики, так сказать, на Украину, чем лишила ее права самостоятельной государственности. Кроме того, фактически были преданы и права Западноукраинской Республики Украинской, потому что Запад гарантировал широкую автономию в составе Польши, чего не было сделано и что привело потом к тому, что мы знаем. Поэтому это все уроки истории, которые нужно помнить, понимать, и нельзя уповать на кого-то. Нужно прежде всего самим быть хозяином положения. Сильными надо быть для того, чтобы занимать достойное место в Европе, а не уповать на то, что кто-то поможет, кто-то сделает. Сейчас все государства... Це, да. До речі, урок і для сучасної української влади, яка надто захоплюється якраз, от покладається на наших західних партнерів. Вот здесь вы коснулись очень такой тонкой, деликатной темы. Дело в том, что когда мы готовили уже финальные мероприятия, связанные с, либо с открытием мемориала, либо с проведением практически каждая тема, за которую мы брались, она заканчивалась таким небольшим круглым столом или такой мини-конференцией. Мы проводили в Доме ученых, мы проводили на разных локациях в нашем историческом музее. Естественно, мы старались пригласить максимальное количество участников. И вот практически любая переписка либо с чиновниками, либо с военными чиновниками, в большей части, конечно, были исключения, она вводила меня в состояние, ну, такого глубокой печали и разочарования, потому что, судя по переписке, я понимал, что они вообще информацией, хоть маломальски как-то связанной с темой Первой мировой войны, не владеют. Поэтому приходилось сначала давать такой ликбез, какие-то вводные вещи, чтобы люди хотя бы как-то вошли, потому что это для них была терра инкогнита. И это в определенном смысле где-то создавало нам проблемы в скорости решения тех или иных вопросов и получения тех или иных согласований. Но тем не менее мы не останавливались, шли дальше. И вот когда в 2014 году я делал первую публикацию, связанную с памятью моего прадеда. Я не думал, что она превратится в целый цикл статей, которые я назвал к столетию крушения империи, потому что именно Первая мировая война положила конец существованию Австро-Венгерской империи, Российской империи, Германской, Османской. Поэтому на сегодняшний день это уже где-то порядка 40 публикаций, которые... выпущены на французском, на английском языке, на базе Международного информационного агентства. И вот уже эти англоязычные материалы, они стали определенным таким носителем информационным, который мы отправляем в международные организации. Дело в том, что в Европе тема Первой мировой войны, она имеет очень, ну, глубокое значение, и практически во всех основных странах существуют те или иные организации, которые занимаются поиском. В Австрии это Шварце Кройце, Черный Крест, во Франции это Сувенир Франсе. И практически со всеми за этот период мы наладили взаимоотношения и сегодня двигаемся дальше в этом направлении. У нас залишається буквально хвилина-півтори часу. Yeah. Які ваші плани на майбутнє? Я розумію, що дуже важко займатися дослідженнями на такому певному ентузіазмі без допомоги влади, але все-таки я розумію, що ви зупинятися... Практически на... все, що було зроблено, зроблено без участі фінансового любого
чиновников. Я хочу сказать отдельные слова благодарности командованию военно-морских сил Украины, которые протянули руку помощи, и благодаря их участию нам удалось совершить погружение на останки итальянского эсминца. А в этом году у нас планы по восстановлению мемориала французскому, легендарному французскому летчику Марку Банье, который здесь погиб на территории школьного аэродрома в Одессе в период испытания на заводе «Анатра». Считался пропавшим без вести. Да, самолета «Анатра» «Анаде». И мы обнаружили благодаря связи с посольством Франции его родственников в Париже. И мемориал хорватским воинам, которые в составе Австро-Венгерской империи здесь находились. Ну, наверное, на последнее, что нужно сказать, какой резонанс в городе имели вот эти события на втором кладбище, восстановление могилы фон Бёльца и австро-германского мемориала. Дело в том, что пристальное внимание стали проявлять к историческим захоронениям. Уже восстановлено надгробие Дерибаса. Восстановлено надгробие Навроцкого, шеф-редактора Одесского СК. Появился даже фильм сейчас «Одесский пантеон», но я оставляю в тени, так сказать, оценки этого фильма. Я считаю, что немножко с героями в этом фильме не все благополучно обстоит. Потому что само название «Одесский пантеон» родилось в результате нашей работы. Наши первые передачи, которые мы делали, мы назвали «Одесским пантеоном». Это подхватили наши ТРК. И даже, вы, если помните, до недавнего времени были передачи «Наш дом Одесса», где говорили о исчезающих реликвиях, в том числе и о мемориальных исторических захоронениях на втором кладбище, которое должно стать, как во всех европейских городах, пантеоном нашего города. Не только потому, что там восстановлена Одесская могила, а настоящим пантеоном. И там еще есть что списать. Я вам дякую за цікаву розмову. Олександр Сурілов, Дмитро Волошенков, дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Говорили сьогодні про Першу світову війну, про Одесу під час Першої світової війни. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами завжди цікаво.